Я Никит Паркер. Давно, конечно, не было от меня роликов, вот, ребятки, но, как вы видите, сейчас мы будем проходить уровень From Your Senpai. И также еще, ребятки, что я хочу сказать, сегодня у меня будет стримчик, скорее всего, он начнется в 13:00 по московскому времени, ребятки, поэтому всех жду обязательно. Вот, ну и вообще, этот уровень довольно легкий, я считаю, но, знаете, я не хочу как-то там сложно его проходить, просто если у меня есть коты, которыми я могу легко пройти, то я их возьму и легко пройду. Вот, поэтому нужно будет взять Бахамута как минимум. Так, оставим, да, его. Так. И нужно взять еще Юкимурчика. И все, в принципе, уровень будет считаться легким. Ну или даже, ладно, давайте без Юкимурчика. Вот так вот. Можно Барлогом попробовать, да, одним пройти. Ну все, ребятки, погнали проходить сразу. Ну и также хочу сказать, что у меня уже 1 миллион просмотров на канале, ребятки. Всем большое спасибо, я в сообществе про это уже писал, но все равно хочу даже в ролике вам выразить огромнейшую благодарность. Вот жаль, конечно, что в марте у меня по просмотрам пока все тухло, у меня там 2 дня и там всего-то 2600 просмотров. А за февраль, ребятки, у меня на канале, знаете, сколько просмотров? 230 тысяч просмотров за февраль. 230 тысяч просмотров, ребятки. Это капец, я за один месяц сделал так же, как, наверное, за половину 2022 года. То есть у меня за 2022 там около 500 тысяч просмотров, да? У меня за февраль только уже в этом году 220 тысяч, ребятки. Это, блин, очень большие цифры, я считаю. Вот, но я хочу двигаться дальше, ребятки. Это ж не конец, только начало. Поэтому сегодня будет стримчик. Также я сегодня уже выпустил шортс, конечно. Знаете, что у меня немного шорты стали проседать. То есть у меня уже прошлые 5 шортсов не набирали достаточное количество просмотров. Это, конечно, обидно, жалко, но ладно. Я думаю, это просто связано с тем, что там просто мой YouTube трафик охренел. Потому что, повторюсь, у меня, допустим, знаете, за декабрь, за ноябрь по 35 тысяч просмотров. В январе я соточку тысяч сделал просмотров. И в феврале просто 230, я в шоке. Не, ну, ребятки, это как-то слишком, блин, жестко. Вот я же заговариваюсь, у меня просто такие эмоции хорошие на душе, блин, реально вот так приятно, когда столько просмотров на канале. Конечно, хочется больше. Я вообще хотел бы, чтобы у меня когда-нибудь за месяц получилось бы 1 миллион просмотров сделать, но, блин, это, думаю, в ближайшее время не получится. Но если у меня по шортсам все пойдет хорошо, то есть, то тогда можно будет попробовать такое сделать. И вот у меня, кстати, максимальный шортс набрал 9 тысяч просмотров, вот это вообще прекрасно. И многие мне говорят, зачем шортсы. Я, ребятки, делаю шортсы для продвижения своего канала. То есть, обычно зрители, которые заходят на мой канал, чтобы посмотреть именно Battle Cats, то шорты вам вообще, я считаю, не нужны, потому что они такие, знаете, более примитивные уже. Насчет этого много мемов делалось, то есть, типа, не знаю, я лично иногда сам могу посмотреть такие шорты, зайти в YouTube, там, глянуть, да, но я не прям от этого кайфую, вот, я думаю, вы тоже, поэтому мне просто шорты нужны для продвижения канала, для привлечения новых зрителей, чтобы побольше людей узнало о Battle Cats, о моем канале и там о многих других каналах, которые снимают Battle Cats, это вот почему я снимаю вообще шорты. Поэтому, ребятки, если вам не нравятся шорты, то просто лучше их не смотрите. Там, не знаю, зайдите на другой мой какой-нибудь ролик, разбор лег. Вообще ссылочка в описании, там на ролики интересные на моем канале есть. Поэтому сами зайдете, сами посмотрите. Ну и все, ребятки, это вроде последний уровень, да? Да, последний уровень. Но, ребятки, я не хочу на этом останавливаться. Поэтому это будет прохождение From Your Senpai и From вот этот вот левел, короче, тоже его пройдем, потому что я хочу побольше длиннее ролик сделать, вот, так сказать, подогреть еще интерес к стриму. Вот, на стриме мы будем проходить полностью башню, то есть все 50 этажей я буду проходить, ребятки, с полностью с нуля. Надеюсь, стримчик будет интересный, потому что такой стрим у меня в прошлый раз набрал колоссальное количество просмотров, то есть вроде более 1000 просмотров именно за сам стрим. То есть я стримлю, там уже 1000 просмотров, там и донаты были. Но он шел, конечно, там около 3 часов, вот. А у меня время чутка ограниченное, вот поэтому не круто на самом деле, вот только из-за того, что ограниченное время. Ой-ой-ой, блин. Жалко, что он заморозил. Так, оттолкнется? Не, не оттолкнуться. Так, давай дальше. Оптычка, хорош. Не, ну Барлок тут вообще решает на самом деле. Сейчас его оттолкнут, да. Ну, блин, Барлок на этих уровнях очень сильно помогает, да, с 2 тычек выносит, поэтому вот, у кого есть Барлок, обязательно берите его в эти уровни, потому что тут он просто показывает себя как машина. Даже против этих цыплят, которые его замораживают. Кстати, вот с одной тычки он снимает, получается, 126 тысяч урона.
Ну, короче, вот. Это при повышении атаки. Без повышения атаки, конечно. Ой, нет. Это, получается, 126 тысяч урона без повышения атаки. А с повышением атаки, я думаю, там под 180 где-то будет. Так, ну ладно, опять уровень, в принципе, я думаю, с барлогами мы его изи пройдем. Вообще, его называют многие по-разному. Его могут называть барлок, лесок, демон, вот. Ну, блин, не знаю. Мне нравится барлок, я уже привык к этому. Вот. И, блин, на самом деле этот код очень юзабелен против... Да против всех врагов, ну, знаете, когда особенно уровни, где 1-1, то есть вот, где нельзя выпускать больше там двух котов, то в этих уровнях Барлок показывает себя просто как настоящая машина, я вам отвечаю, поверьте мне на слово. Поэтому сами смотрите, как он будет себя сейчас показывать. Конечно, да, сейчас его замедлили, потом заморозили, сейчас он оттолкнется, да-да-да-да-да. Но сейчас он пойдет вперед и просто вынесет, и не почувствует этого цыпленка. Оп, все, минус. И теперь можно, конечно же, юзать Бахамута, чтобы он просто вынес базу. Раз. Так, минус Бахамут, наверное, с одной тычки. Не с одной. А теперь минус Бахамут. Ну ладно, все равно барлогами мы этот уровень пройдем. В принципе, уровень несложный. Ну и также, ребятки, хочу сказать, как минимум, мы ж нафармим на стриме много рэр-тикетов, а сейчас там Uberfest, как бы сами понимаете намек, что мы пооткрываем. Смотрите, за всю башню можно получить вроде 8 рэр-тикетов. Вот, и у меня сейчас еще есть 2 рэр-тикета, поэтому, сами понимаете, нафармим довольно много. 10 рэр-тикетов у меня будет открытие еще, как минимум. Это вообще прекрасно. Вот смотрите, с повышением атаки он бьет, ох, ё-моё, больше 242 тысяч урона с одной тычки. Не, ну Барлок реально машина, ребятки. Вот, ну дальше, погнали. Вот, и больше 10 рэр-тикетов на Уберфесте, где у нас там новая лимиточка есть, ребятки. Это, я считаю, интересненько, да, всем будет. Вот, вообще, в башне дается рэр-тикет за 10-й, 20-й, за 30-й этаж, вроде, за 40-й и 50-й. А, или подождите, за 30-й этаж, если дается, просто я не помню. Вот, блин. Если дается, то тогда вообще нафармим в сумме с башни 11. И тогда еще плюс 2 моих. И, блин, ну тогда будет так получше даже. Так, ну и все, сейчас будет... Блин, а я Юкимуру не взял, да? Обидно. Потому что сейчас тут у этой стенки много хп будет. Так. Подходи, брат. Раз, тычка, хорош. Раз. Еще тычку дай. Два. Ладно. О, с повышением атаки хоть побольше тычек дай. Раз. Еще тычку и все, хайп. Да, все. Просто с повышением атаки Барлок не чувствует никого. Так, конечно, его вынесли, да, но все равно. Тут он как бы с повышением атаки 2 тычки дает. Там, блин, больше 500 000 сносит. Это вообще шикарно, я считаю. Особенно учитывая то, что он стоит всего это 2250 и перезаряжается довольно быстро, вот. И даже в башне он мне, скорее всего, поможет, вот. Поэтому прекрасно. Блин, только знаете что? Я начинаю сейчас осознавать, что 50-й левел башни, там же и лютые тайминги нужны. Вот, и, блин, что-то я подзабыл. Их нужно сейчас посмотреть там видосы. Вот как именно проходить, потому что я немножко, да, вот, подзабыл. Нужно это как бы вспомнить, чтобы было легче мне проходить, вот. Ну и все, ребятки, мы этот уровень тоже проходим. В принципе, тоже легкий. Вот, кэт-тикет. А райер тикет, ну без райер тикета, ладно, надеюсь, когда-нибудь получим мы и райер свой тикет. Так, ну да, больше тут таких уровней нету. Ну и вот, у меня 2 райер тикета уже есть. Хэвли Тавр сегодня проходим. Повторюсь, ребятки, всех жду на стриме в 13.00 по МСК. Именно на 13.00 я пока что планирую стрим. Если будут какие-либо изменения, то я обязательно вам сообщу в моем сообществе. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую информацию насчет игры как бы Battle Cats и насчет именно моего канала. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, до новых встреч!